Здравствуйте, меня зовут Липайков. Я международный художник-визажист. Сегодня я хочу вам рассказать все о неоновом макияже глаз. Его можно часто увидеть на лицах моделей. Такая подводка может стать ярким и интересным дополнением к повседневному нейтральному макияжу. Она отлично сочетается с классическим черным линером. Итак, начнем по традиции с базы. Избавляемся от неровности кожи и ненужного блеска. Очень хорошо использовать увлажняющий тональный крем. Сейчас наша главная задача – сделать цвет лица однородным, убрать все покраснения. Поэтому особое внимание уделяем носу и щекам. И забудьте на этот раз про румяна. Лицо должно остаться очень естественным. Следующий шаг – нанесение подводки на верхнее веко по линии роста ресниц. Мы используем гелевую, она лучше ложится и дольше держится. Внешние уголки линии должны быть немного приподняты вверх. Когда закончите, убедитесь, что оба глаза получились одинаковыми. Дальше берем мягкий цветной карандаш для глаз. В нашем случае очень красивый бирюзово-голубой. И начинаем заштриховывать оставшуюся часть века. Поверх карандаша кисточкой наносим тени такого же оттенка, чтобы сделать цвет интенсивнее и запечатать карандаш. Растушевываем границы окрашенной области, чтобы сделать макияж более аккуратным и мягким. С помощью той же кисточки, которой наносили базу, можно немного продлить тени к вискам. Завершает наш макияж тушь и помада естественного оттенка.